В Десногорске к этому празднику готовились очень ответственно. На площади перед летней эстрадой волонтеры студенческого актива «ОСА и поколения» провели акцию «Мы патриоты России», в ходе которой раздавали трехцветные ленточки в знак единства граждан страны. Сотрудники молодежного центра Десногорска подготовили для самых маленьких горожан детский праздник «Микрошка». Продолжили детскую программу работники городского центра досуга, которые провели с ребятами познавательную игру «Флагом я своим горжусь». Всех десногорцев с Днем государственного флага Российской Федерации поздравил глава города Андрей Шубин. День флага России – это праздник настоящих патриотов. Те, кто гордится своей свободной независимой страной, своей малой родиной и делает все, чтобы она процветала. Желаю всем вам мира, счастья, здоровья и благополучия. А затем начался праздничный концерт под флагом России. Со сцены звучали любимые песни многих горожан в исполнении ансамбля казачьей песни «Вольная станица», вокального коллектива «Десногорочки плюс», Елены Ткачевой и Егора Осадчева.